В мире музыки нет границ, а талант способен проложить путь даже к самым отдаленным уголкам планеты. Яркий тому пример – история нашего соотечественника Сакена Бергалиева. Сегодня один из ведущих педагогов Оманского королевского филармонического оркестра делится своим мастерством с одаренными музыкантами, вдохновляя их идти к новым вершинам. Алишер Ашимов расскажет. Так, к предстоящему экзамену готовится музыкант Королевского филармонического оркестра Омана. Он играет отрывок из проникновенного произведения Ахмета Жубанова «Ария». Прочувствовать все тонкости композиции помогает Сакен Бергалиев. Сегодня он один из ведущих педагогов, которые делятся своим мастерством с одаренными музыкантами. Мои студенты просто в первый же день все прибежали в мой кабинет, меня увидеть, познакомиться. Сразу же начали разбивать расписание на занятия. У нас есть замечательные композиторы и произведения, так что по возможности я пытаюсь их тоже интегрировать в процесс обучения. И самое, что мне приятно, все студенты, которые слышат, то есть я им даю ноты, и потом или сам сыграю, или запись какую-нибудь покажу, они все с восторгом слушают, им всем очень нравится. Всего в оркестре выступают около 300 человек. Подопечные нашего соотечественника играют разные композиции. От Гайдна и Мендельсона до произведений арабо-персидских народов. Учиться у него огромная честь и ответственность, говорят местные музыканты. Для меня большая честь учиться у такого преподавателя. За последние годы мои исполнительные навыки значительно улучшились. Я учился на ошибках, а все благодаря моему учителю. Господин Сакен – серьезный и ответственный преподаватель. Из каждого его слова и замечания я извлекаю пользу. Благодаря его урокам в прошлом году я успешно сдала итоговые экзамены и получила наивысший балл в своей группе. У меня появилась уверенность в себе, и я стала исполнять многие произведения без ошибок. Видеть горящие глаза своих учеников и их стремление к знаниям и творчеству – это бесценно, рассказывает педагог. На достигнутом Сакен Бергалиев останавливаться не намерен. В планах у казахстанского музыканта изучить с оманскими учениками как можно больше произведений казахских композиторов. Алишер Ашимов, Акылбек Есимсиитов, 24 KZ.